К процветанию бизнеса через внутреннюю гармонию. В ходе трансформационной игры «Препятствия и возможности» саровские бизнес-вумен смогли заглянуть внутрь себя и осознать свои явные и скрытые цели, а поняв желание выявить пути к их достижению. По словам психолога Татьяны Прониной, работа с метафорическими ассоциативными картами – это отличная возможность выстроить продуктивный диалог с внутренним «я». Это больше связь с нашим бессознательным и помогающая соприкоснуться с теми аспектами, которые умом понять сложно человеку, например. Кроме того, что человек может заглянуть вглубь себя и найти все ответы там, через метафорические ассоциативные карты. Поскольку у нас несколько человек, то появляются возможности другим людям, присутствующим в этом поле, подсветить и какие-то свои варианты предложить человеку, который ищет ответ на свои вопросы. Трансформационные игры можно использовать как в работе со взрослыми, так и с детьми. И совсем не обязательно обращаться к метафорическим ассоциативным картам с конкретным запросом. Карты и те истории, которые люди сочиняют благодаря им, помогают лучше понимать себя и пространство, в котором вы живете, а также дают возможность рассмотреть с разных сторон отношения с близкими, деньгами, бизнесом, расставить приоритеты и принять новые решения, меняющие жизнь к лучшему. Здесь, наоборот, такое бережное, безопасное поле, где нет соревнований, где нет конкуренции, здесь мы равны. И здесь, скорее, личностные аспекты поднимаются, потому что любой предприниматель, в первую очередь, человек. Трансформационные игры, игры на развитие финансовой грамотности и другие проходят в Центре поддержки предпринимателей каждый месяц. Проводят их психологи, коучи и эксперты из других городов. Участие в играх бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Информацию о мероприятиях ЦПП выкладывает в своих социальных сетях. Лидия Шулаева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.